Дорожно-транспортное происшествие с участием мотоцикла произошло в Заинске 30 июня в 23 часа. На улице Заводская водитель мотоцикла «Ямаха», 33-летний житель Заинска, не выбрал безопасную скорость, дистанцию, в результате чего совершил наезд на стоящее транспортное средство «Лада Гранта», водитель которого совершил остановку в зоне действия дорожного знака «Движение без остановки запрещено». Водитель мотоцикла управлял транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке, имел категории на право управления мотоциклом. В течение 2 лет к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения привлекался 133 раза. В результате ДТП водитель мотоцикла госпитализирован в БСМП города Набережные Челны.